30 октября – День памяти жертв политических репрессий. Эта скорбная дата по-особенному звучит на Колыме, которая до сих пор для многих соотечественников из бывшего Советского Союза является символом жестокости и кровожадности государства. Самым главным, наверное, символом этих событий и самым главным символом нашей памяти об этих событиях и людях, пострадавших в них, является, конечно же, мемориальный комплекс жертвам политических репрессий «Маска скорби». Сам монумент сейчас закрыт на реставрацию, а значит, закрыты и внутренние музейные помещения, которые всегда интересуют магаданцев и в которые всегда люди приходят в эти дни. Поэтому мы решили, что в павильоне парка «Маяк», в нашем выставочном павильоне, где работает проект «Город у моря Охотского», мы презентуем эти материалы, те материалы, которые хранятся в «Маске скорби». Но когда сотрудники музейного комплекса начали подготовку к выставке, стало понятно, что спектр выставляемых материалов надо расширять. Были добавлены документы, предметы искусства. Открывает выставку очень интересный объект – карта «Треугольник страданий». На карте лагерей СССР нанесены три точки, через которые должен был пройти проект Эрнста Неизвестного. И мы были первыми, кто воздвиг вершину треугольника страданий, маску скорби. Вторая появилась в Екатеринбурге. Третья очередь будет в Воркуте. В связи с объявленной из-за коронавируса нерабочей недели, работа выставки будет продлена с 9 по 14 ноября.